Теперь транспортное средство в Башкирии можно зарегистрировать в отделении МФЦ в торговом центре «Аркада». Здесь помогут поставить автомобиль на государственный учет, внести изменения в регистрационные данные и многое другое. До этого услуга была доступна только в отделе ГИБДД. С 10.00 до 17.00 каждый вторник сотрудники МФЦ будут принимать документы. Остальные процедуры, такие как осмотр ТС, проверки, оформление регистрационных документов, присвоение регистрационных номеров, там же возьмут на себя сотрудники управления ГИБДД. Кроме этого, будет доступна выдача государственного регистрационного знака для транспорта. Услуги, связанные с регистрацией транспортного средства, смогут предоставить только по предварительной записи. Сделать это можно по личному обращению в МФЦ или позвонив по номерам контакт центра отделения 8 347 246 55 33 или 8 927 33 33 100.